В рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями» на площадке исторического парка Махачкалы прошла встреча с военнослужащим, участником СВО Ибрагим Халилом Гаджиевым. Задать интересующие вопросы, услышать из первых уст о том, что происходит на передовой, пришли около 300 человек. Это школьники и студенты. На встрече, которая длилась более часа, много говорили о патриотизме, современных вызовах и о том, какую важную миссию сейчас выполняют наши земляки, находящиеся в зоне СВО. Гостям представили и концертную программу.